Народный штаб без борьбы с финансовой помощью кыргызской диаспоры в США шьют защитные костюмы и направляют их врачам по всей республике. Решили помочь врачам, потому что мы знали, что Кыргызстан еще не готов. И мы начали сбор, начали работать с народным штабом, отправили около 20 тысяч долларов. Волонтеры заказали и получили сертифицированную ткань из Турции. Собирались деньги нашими друзьями из Америки для того, чтобы профинансировать шитье костюмов и бесплатной раздачи врачам. На собранные деньги купили и шили 6 тысяч масок, 2 тысячи защитных экранов, 10 тысяч защитных костюмов. Я призываю всех кыргызстанцев, пожалуйста, давайте поможем нашим врачам. Наша сила в нас самих, и нам нужно поддерживать друг друга. Диаспора продолжает сбор денег, а штабу требуются волонтеры по всей республике. Присоединяйтесь к народному сообществу, которое помогает республике пережить сложное время вместе.